Люди нередко пытались либо вырваться из своего времени, либо остаться в нем навсегда. Это приносило и радость, и беду. А история идет вдоль частокола лет, стараясь не пропустить ни одной планки. Но если и пропускает, то непременно возвращается к пропущенной, чтобы не было досадных пробелов. Людям свойственно заблуждаться и свойственно исправлять свои ошибки. Жизнь достаточно продолжительна, чтобы успеть исправить старые заблуждения. Но она недостаточно коротка, чтобы не успеть наделать новых. Дорога, по которой мы движемся, идет из прошлого в будущее, и другой дороги на свете нет. Может быть, эту дорогу следует назвать дорогой к истине. Во всяком случае, еще никто не утверждал обратного. Время выстраивает по порядку дела человека и события жизни. Время оставляет дела, свидетелем которых было, и уходит дальше, готовая к новым трудам. Мы как-то позабыли про Герона, а был он интересный человек. Он проживал давно, во время оно, Александрийский этот древний грек. Он был чудак, один на всей планете. Он подал нам сегодняшний пример и возвестил за 2000-летия пришествие эпохи НТР. Все в истории начинается с обыденных, элементарных, каждодневных вещей.
Я бы сказал, история начинается каждый день. Приходит заказчик, приносит работу. Например, нужно починить чайник. Все видят то, что видят, но некоторым удается видеть иначе. Должно быть, так видел Герон. И мне кажется, что самая бросовая работа достается именно этим людям. Находясь далеко от действительности, мечтатели могут позволить себе напаять носик чайника на бок. Ах, мысли неожиданная сила! Она то мчится, то плетется вслед, и вдруг откроет то, что надо было придумать лишь через 2000 лет. Что за это бывает, вы знаете. И Герон побежал за признанием. Знанию не близок. Возможно, там, куда он прибежал, произошел такой разговор. «Здрасте», — сказал Герон, — «царь дома?» «По какому вопросу?» «По вопросу научно-технической революции.
врешь. То есть Герона сразу не поняли. Впрочем, здравствуй, Герон, сказал царь. Как дела? Дела идут. Что ты изобрел? Паровую турбину. А зачем она нужна? И Герон стал рассказывать. Ошибиться можно и фантазией. Теперь каждый ребенок знает, что в паровозе нет турбины. Но Герон этого не знал. Герон не знал, что жил до нашей эры. И он не понял, почему тогда не стали турбоходами галеры и не пошли по рельсам поезда. Мечтатели увлекают. Но выйти из своего времени могут только они. Заходи, когда будет время, сказал царь. А больше, должно быть, ничего не сказал. Герон ушел из своего времени. Друзья, давайте вспомним про Герона. Не для того, чтобы возместить урон, а потому что белою вороной живет среди нас какой-нибудь Герон. И он не виноват, что так, без толку, оставит временам далеким вслед то, что понадобится в деле только через каких-нибудь 2000 лет.